слушал и услышал следующее. Заигрывание перед судьбой. Каждый из вас говорил, что не знаю, что там будет, ну кто знает, чем там все закончится. Я думаю, надо это бросать дело. И я сейчас скажу вам, что будет. Категорично. Лично без вариантов. 100%. 100%. Нет, я думаю, что я ограничусь контекстами. Это что будет с выпускниками, магистрами 2009. Понял, мы тут не сидим. Пожалуйста, могу не говорить. Не перебивайтесь, да. 2019 года у городского государственного университета, который закончит магистратуру в 2019 году по специальности конституционного права. Ну, это страшно, я сразу скажу, ничего хорошего, то есть ничего доброго, веселого в данном случае не будет. Я скажу две вещи, которые 100% случались. 100%. Ну, первая вещь, вы все умрете, все магистранты этого года умрут. Кто-то раньше, кто-то позже. Это, ну, я рад, что вы это осознаете, потому что моменты моря, говорят, очень помогают человеку. Но есть второе. Второе более вариабельно, там есть варианты. Если по первому вариантов нет, то по второму есть варианты, но уже не для вас. А, ну, в принципе, есть два варианта, две такая развилка, где люди расходятся. Одни люди идут в одну группу, а другие люди идут в другую группу. Все вы идете в одну группу. А эти группы две. Первая группа – это шаблоны. Социум дает нам шаблоны. Шаблоны поведения, шаблоны нашей жизни. Ну, называется, например, это есть карьера. Что такое карьера? Карьера – это шаблоны. Вот ты от звездочки к звездочке идешь до пенсии. Там, ну, там все есть, все шаблонизировано, есть четкие шаблоны. А я разделяю антиномию – это мышление. Шаблоны мышления. Мышление – это когда человек создает что-то новое. Становит какие-то новые логические связи и создает этими руками, создает свой же мир. Он не подлазит, не подходит ни под один шаблон, который есть, но такой handmade. То есть человек сам его создает, ну, Сократ был такой, ну, и были такие люди. Магистры 2019 года. Все вы лучшие. Лучшее, что я видел. Все вы идете в шаблон. У меня есть аргумент к этому, у меня есть доказательства. Ну, если это надо. Ну, мы то есть если, ну, кто-то, может кто-то. Вы в моей практике пятые, то есть пятый выпуск магистров, и пока других случаев не было. То есть я здесь хронологии скажу, то есть пока никто не ушел в мышление. Всех построили хорошие карьеры. И спокойно живут до пенсии, там еще чуть-чуть, и все. Ну, до окончательной точки. То есть вот это вот хронологическое. И второе, я вижу, то есть я не идентифицировал, я пригласил эксперта в прошлый раз, я не идентифицировал ни у кого способность не просто разрушить шаблон, а построить свой. Вы разрушаете шаблон, вам можно достаточно легко разрушить такие шаблоны у вас в голове, и вы сразу же принимаете другой шаблон, который вам подсобен. Например, преподаватель. Ну, пока других способов, то есть других вариантов я не вижу. У меня есть и хорошая новость, но она, правда, для меня. Потому что мой проект очень длительный, мой проект не заканчивается, я надеюсь на вас. Я уверен, он не закончится. А идет прогресс, я вижу прогресс, ваш поток дал мне две надежды. Первая надежда – появилось сопротивление. Никогда магистры еще не сопротивлялись. Это означает, что есть, то есть что они не просто проходят как из одного отверстия в другое, да, образование, а есть какое-то сопротивление, значит, кто-то уже не может держать эти шаблоны, то есть так сопротивляется сломкой шаблона, что вылетает вообще. Такой случай никогда у меня еще не было. И второе, я услышал у некоторых из вас сомнения. То есть видно, что человек не знает как. Видно, что то его уже не устраивает, шаблоны, которые ему ждут в жизни, и он их пройдет все равно, это ваше. Но все-таки уже есть какое-то это сомнение, вот это вот. Может быть, что-то еще есть, но нет, не ваша жизнь. Я не сдаюсь, у меня еще есть, ну, я как преподаватель, я буду до конца идти.
в частности, завтра у нас будет занятие с магистрами, где я попытаюсь последний, останний раз, но я знаю, это бесполезно, но на всякий случай, и попытаюсь еще раз сделать так, чтобы пошли по другой дороге, хотя, может быть, и скорее всего, и 100% это и не нужно. То есть мы не умрем, если завтра придем. Все, если есть вопросы. Спасибо большое. Я вот хочу, чтобы вы конкретизировали свою точку зрения, потому что как-то абстрактно выразились шаблоны. Ну, шаблоны это понятно. А вот, например, мышление. Как вы, допустим, на примере какого-то безликого инцидента представляете мышление и нарушение его шаблонов и, ну, как его дорога по собственной инициативе. Ну, знаете, есть такое, есть такое высказывание человека, который сделал себя сам. Ну вот скорее вот что-то в эту сторону. То есть человек, который конкретный будет такой человек? Конкретный, нет, не конкретный, в смысле, человек, путь, а пример, просто пример. Пример чего? Ну вот куда надо пойти, чтобы считаться мыслящим? Куда надо пойти, чтобы считаться мыслящим? Выше шаблон. Какой шаблон? Я хочу узнать, что вы под этим подразумеваете, по мышлению? Мышлением? Да. Под мышлением в том контексте, в котором вы сказали, где... Первый вариант шаблона. Умение мыслить без шаблона. Можно вопрос? Умение делать, что нельзя. Можно вопрос? Да. А разве умение мыслить без шаблонов не является самим себе шаблоном? Во-первых, да. Оно всегда плавающее. То есть мышление такое. Мышление может в определенный хронотоп, да? Хронотоп, оно может выстроиться. То есть вы выстроили свою позицию, проголосовали да или нет, а затем опять размыли и собрали в точке сборки с другой. Ну, если только понимаете, точка сборки, дорога стабильна. То есть это мир, он многоплановый, и мы можем собирать в точку сборки то здесь, то здесь, то здесь, а не цепляться за одно. Ну, как цепляться? А если человек проходит только шаблонов, разве это не делает его мышление в этом понимании, что прицепился, отцепился и собрался? В этом случае он все равно является шаблоном. Я еще раз говорю. Значит, вы лучшие. У вас много шаблонов. У вас идеально, у вас хорошие компетенции. Вы этих шаблонов из шаблонов выберите лучшие и достигнете. Шаблоны же тоже разные бывают. Да? То есть есть шаблоны карьеры, есть шаблоны лузеров. Вы выберете лучшие, пройдете по ним, достигнете. Но новый создать невозможно. Достигнем шаблонного рая. Ну да, это рай. Продайс. Создание шаблона является мышлением. Что сказать, что создать шаблон? Спасибо большое.